10:05 – рисование, 11:00 – плавание, 14:00 – работа, 6 вечера – ужин. Каждый день у Алены Бацуновой расписан по минутам. Мама семи детей успевает уделить время каждому. Мы проснулись, позавтракали. Девочек муж отвозит в художественную школу, Сонечку и Настю. Он же довез Ванечку до садика. В общем, кто жил в многодетной семье, у того с логистикой все отлично. Успеть все возможно. Важно уметь поделить заботы по дому поровну. Вот главный секрет многодетной мамы. Многое сами умеют делать. И, допустим, вот сейчас вот порядок в квартире. Что-то убрала Настя, что-то, ну, правда, с большого пинка, ну, как без этого, подростки, что делать. Что-то помыл, допустим, Никита пол. Соня убралась в детской. Ну, я вот готовлю обед. Хозяйство – не основная забота мамы. У каждого ребенка свои увлечения. Настя и Софья занимаются в художественной школе. Младший сын Егор рисует на диванах и стенах. Четвертый сын Никита любит готовить. Шестой – Ваня, ходит в детский сад, старшая Зоя на работу. А вторая – Оля, занимается плаванием больше 9 лет. Каждый день мама возит ее в бассейн. Ольга, она человек с синдромом Дауна. И сейчас мы готовимся принять участие в отборочных соревнованиях для специальной олимпиады, которая впервые пройдет в России, в Казани. Большую семью Бацуновы не планировали, но после рождения Оли решили пересмотреть свои приоритеты. Для себя, да, я давно это решила, что сколько мне будет дано детей, все будут мои. Вот с таким числом мы идем дальше по жизни. Вся жизнь мамы Алены крутится вокруг детей, своих и чужих. Она успевает вести социальные сети общественной организации «Много деток хорошо». А любимое хобби Алены Бацуновой – фотографировать. С привычной офисной работы Алена уволилась, когда родилась третья дочь Анастасия. Моя мама очень веселая, очень красивая девушка. И я никогда не видела, чтобы она была некрасивой, потому что каждое утро она просыпается и как спящая красавица открывает свои глаза и смотрит по-новому на этот мир. Надо быть женщиной для своих ребятишек, чтобы им было, ну, на кого равняться. Не на какую-то чужую тетю, которая прошла красиво на каблуках, ну и чтобы эта красивая женщина была их мама. День матери семья Бацуновых отметит полным составом. По традиции приготовят домашнюю пиццу и пообедают. Ну а супермама успеет еще сходить в салон красоты и провести марафон «Мама не из рекламы». Анна Муратова, Алексей Михайлов, Новости.